Всем привет! С вами Андрей, и сегодня я вам расскажу, как проверить коралловые бусы. Об этом вы увидите в конце сюжета. А сейчас просто посмотрим на кораллы, какой бывает коралл. Визуально, чтобы вы понимали. Вот это коралловые бусы. Вот тут можно посмотреть поближе, как они выглядят. Это не обработанный, просто нарезанный коралл. Такой коралл стоит порядка 25-30 гривен за 1 грамм. Есть вот такой коралл. Уже такой с закругленными краями. Выглядит более интересно в украшении. Цвет у него такой вот коралловый. Вот такие вот бусинки. Вот если посмотреть сюда вот на бусинку, показать, видите, такие полосочки. Вот полосочки, структура коралла. Вот здесь отчетливо видно на этой бусине. Вот. Это тоже характерный признак коралла, а не его имитации. Вот видите структуру, да? Вот такой бывает коралл. Это уже цвет бычья кровь. Он такой вот более красный. На фоне вот этого коралла вот существенно заметно, да? Коралловый цвет и цвет бычья кровь. Как отличается эта бусина вот с этих бус. Вот можно ближе ее посмотреть. Какая у нее своеобразная структура. Все бусы, которые я вам показываю, это старые довоенные бусы. Вот такая вот большая коралловая бусина. И посмотрим ближе вот эти. Вот смотрите, как он выглядит. Видите, да? Вот это красный коралл, бычья кровь. Вот такие вот бусины. Кстати, вот этот коралл стоит порядка 50-60 гривен за 1 грамм. А вот этот коралл стоит порядка 200 гривен за 1 грамм. То есть вот такой ярко-красный, большие вот такие бусины. Вот вес в этих бусах. В этих бусах вес 250 грамм. Такие они очень нелегкие. Но не зря говорят, что красота требует жертв, правильно? Так, и пожалуйста, не забывайте подписываться на канал. Если понравилось, ставьте палец вверх. Не понравилось, палец вниз. Обязательно проверяйте свои шухлядки, что вам осталось в наследство от бабушки в виде бус. Потому что все это готов я рассмотреть к
к покупке. Цену ваших бус можно определить после того, как вы отправите мне фотографии. Все мои контакты, куда звонить и отправлять, находятся под видео. Вот здесь внизу. Внизу вот здесь под видео. Подписывайтесь на канал. Буду показывать много интересных секретов, на которых вы, не зная сами, можете заработать деньги. Деньги, которые лежат у вас дома, и вы о них не знаете. Может, кто-то из вас нуждается в деньгах уже сегодня, но не знает, что коралловые бусы стоят денег. Дальше. Сейчас будет тест, как проверить коралл. Не забывайте подписываться на канал. Еще раз покажу эту бусину. Вот такая она большая. Сейчас мы проверим коралл в домашних условиях. Для этого нам понадобится бусина, у которой есть подозрение, что она коралловая, и уксусная кислота. Предварительно я набрал эту уксусную кислоту в пипетку. Мы сейчас возьмем и капнем на коралл. Если бусина коралловая, мы увидим реакцию в виде пузырьков. Если не коралловая, пузырьков не будет. Вот смотрите. Видите, как активно появились пузырьки? Значит, это бусина коралловая. Точно так же вы можете проверить свою бусину.